Всем привет, я Виталька Проджект, и сегодня я расскажу о своей пьесе «On the Bus Stop». История такая. Пишет мне однажды Илья Бондарев, ну, однажды в том году, и говорит, вот сейчас монтирую фильм, и вот нужен вот звук такой вот, типа как на гармошке. Я думаю, ну хорошо, я типа сделаю что-нибудь наподобие. Ну, я там записал каких-то там дублей различных, а потом... Думаю, попробую-ка я запишу это в естественных условиях, просто вот на улице с шумами как бы уличными. И записал, короче, прогуливался просто вечером. И сейчас вот тут будет фотка, где это было записано. Прямо на автобусной остановке. Вот так оно и появилось, просто рандом сыграл. И все вот в реальных условиях, там мимо грузовики проезжали и все вот такое. То есть вот как есть. Конечно, это в работу не пошло, как бы. Я сначала отбросил на какое-то время, а потом думаю, ну, что оно валяется, прикольно вроде, такой эмбиент. И думаю, надо выпустить. Вот так вот и получилось. А фотография с обложки сделана в другом месте. На свою днюху я ходил пешком 40 километров на ветропарк. И уже на обратном пути, в общем, возле речки Каменка я сидел, отдыхал, пил воду. И мимо проезжал Икарус, и я решил его сфотографировать. Вот так эта фотка попала на обложку. В общем, вот и все, как бы. Что еще? Просто вот такой вот легенький трек, не знаю, не трек, пьеса просто. Просто вот как есть, вот просто дудел. Это все, что я могу на гармошке надудеть, как бы. Больше я там не умею. Все, пока.